Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень упорной. Посмотрим на состав Ювентуса. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой. Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень упорной. Посмотрим на состав Ювентуса. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой. Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень упорной. Посмотрим на состав Ювентуса. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой. Ювентус начинает первый тайм. Манджукич. Можно атаковать. И у соперника теперь мяч. Дзадзе. Кристиан Ансальди. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Пауло Дибало. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. И простреливает. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Все правильно. Выбит мяч из штрафной.